Приветствую вас. Вопрос от Дарьи, которая рассказывает весьма грустную историю о том, как попала в больницу с COVID-19. И, соответственно, никогда до этого в больнице в сознательном возрасте не лежала, Дарья. Она описывает травмированность и шоковое состояние от обращения врачей к себе. Она описывает свое стрессовое состояние, она описывает низкий уровень профессионализма врачей, вот. Она описывает свою злость, негатив, обвинения врачей в том, что происходит, я имею в виду глобально, ну, пандемия. Вот, и она описывает, значит, свое крайне тяжелое состояние. Соответственно, вопрос ее звучит так, как с этим справиться совсем. Ну, во-первых, у вас психологическая травма, вот, судя по всему. Вот, судя по тому, что вы описываете, да, у вас именно вот психологическая травма. И психологическую травму, конечно, нужно проживать, то есть вам ее нужно прожить, вы ее, очевидно, не прожили, вот, судя по тому, что вы описываете, вот. И, в общем и целом, пока вы этого не сделали, то есть, пока вы не прожили свою травму, вам будет сложно идти дальше, то есть не прожили свои чувства. А вот какого рода у вас чувство? Это весьма интересный аспект, потому что, как мне кажется, речь идет про чувство беспомощности, речь идет про ощущение своей уязвимости, речь идет про, вероятно, зависимость от других людей, которую вы естественным образом довольно плохо получается так переносит. И вот именно вот это ощущение, да, ощущение беспомощности, вот, на мой взгляд, причиняет вам сильную боль. И мне видится задачей психолога в том, чтобы помочь вам научиться с этим состоянием беспомощности обращаться, вот, принимать его, замечать его, выражать его. Довольно это важно для вашей, в том числе, вот, дальнейшей жизни.
Ну, вне зависимости от того, как она будет складываться. Будете ли вы еще в больнице лежать или нет, да, то есть это вот в данном случае не так важно. Вот, но что нужно вам помочь, это факт. Дальше у меня сложилось такое впечатление, что вы достаточно одинокий человек, то есть как-то вот не было у меня ощущения, да, что, ну, что в больнице, например, вас поддерживали, у меня не было ощущения, что вы общались со своими родными и близкими, а вот в больнице, то есть, ну, вы ничего не пишете о том, что вас кто-то навещал, и, соответственно, вероятно, вы чувствовали себя брошенным. То есть, ваше желание тепла, да, это нормально. Абсолютно нормально, то, что вы хотите тепла, но пожалуй, вот единственный вопрос вызывает то, да, от тех ли людей вы ждали этого. И я думаю, что где-то в глубине души вы наверняка понимаете, что не от тех людей вы ждали какого-то вот теплого, хорошего отношения. Не от тех людей. Вот. Но, вероятно, больше вам не от кого это получить. Вероятно. И вот это может быть серьезной проблемой, если вы в целом чувствуете себя неудовлетворенной своими социальными контактами и просто социальным взаимодействием в целом. И на это нужно обращать внимание. Ну, понимаете, да? Вот мне кажется, что в таком ключе вам нужно двигаться. Я вам сочувствую. Сочувствую тому, что вы оказались в такой ситуации. Вот. Безусловно, никому, и в том числе вам, такого не пожелаешь, вот. Но повторюсь, данная ситуация, скорее всего, показала вам, что то, как вы выстраиваете отношения с людьми, является не совсем корректно. То есть, ну, вы не удовлетворены тем, как вы выстраиваете отношения с людьми. Не хватает вам поддержки, тепла, заботы, да, и так далее. И, соответственно, лучшее, что вы можете сделать, это выстраивать отношения с людьми такие, чтобы в них как раз-таки было все то, о чем вы говорите, чтобы в них как раз-таки было все то, чего вы хотите. Это и будет для вас самым лучшим решением
ситуации. Вот. Ну, естественно, если вы хотите с этим что-то делать, естественно, если вы хотите ситуацию как-то, ну, корректировать, менять и так далее. Вот примерно такой ответ я могу вам сейчас предложить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своего опыта. Вот. И надеюсь, что вам это было полезно. А вы можете сформулировать обратную связь, которая послужит началом терапевтической работы, с вами. Вот. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она, вне всякого сомнения, будет полезна.